И всем привет, с вами Макс Риск, обновляем игру Edge of Waves, лайк, подписка. Значит, смотрите, что у нас тут есть обнову. У меня куча там, куча скринов сделан для обновы. Так, изменения в игровой процесс. Состояние за превосходство игроков могут бояться за столкновью стартовую площадку на территории выживания Земли. Главари банды, который успешно оккупируется из Земли. Космос, да? Прям такое обнова. Стартовую площадку и космический город станет владыкой. Ага, кто захватит, станет владыкой. На сервере. Ну да. Вся победная банда также получит особые привилегии и награды. То есть все получают привилегии и награды. Так что все получат, все будет нормально. Корректировка игровых процессов. Универсальная каравана. Караван? Прям караван. Что такое караван? Караводик того, да? Специальный караван, клан для наилучшего впечатления от игры. Ага, окей, хай загружается. А я иначе буду читать. Так, у нас тут есть сервер Discord у них. И ВК есть. По-моему, они разные. ВК разный и Discord разный. По названиям. Ну, давайте сначала первое название. Как думаю, нет, но сначала похоже. Так, значит, видимо, даже что-то не перевел. Да. Ладно. Значит, на картинке тут у нас хотел вам показать, ну, когда у нас будет сообщество, то я, конечно, покажу вам через там 5 лет, почему бы нет. Дорогие обезьяны, мы подождите, так я же могу здесь ВК читать, точно. Дорогой командир, потом дорогие обезьяны. Ну, такое вот. Мы предполагаем, что новое обновление будет выпущено в эту среду. Уже четверг, не пропусти. Возможно, задержка на 1-2 дня, нормально. И мы приготовили для вас нечто особенное. Как там игра загрузилась, открываем. Как открывается, нечто особенное. Обновление состоится превосходство. Значит, что-то лучше, чем прошлое. Что это значит? Игроки могут сражаться за стартовую площадку в зоне выживания почвы. Что такое почва? Где-то я это знаю. Биология, помню. Главарь банды, успешно занявший стратегию площадку, ага, занять территорию, и космический город. Город еще нужно занимать? Окей, я тоже это знаю. Ну, как-то все понятно. Я уже 3 месяца, может даже 4 месяца скоро буду. Бам, скоро год. Станет повелителям сервером. Вся победная банда также получит особые привилегии и награды. Вроде бы я это читал. Да, я это читал. Блин, там и так написано. Ну ладно, хай будет так вот. Что вы думаете об этом обновлении? Расскажите нам в комментариях. Напишите в комментариях, что вы думаете об обновлении. Обновление, состояние происходства. Ракета выше, ну это вроде бы такая заставочка. Не, ну почему не скачать все заставки, чтобы сделать топовую превью? Нужно попросить их, да? Ну, окей, попрошу потом. Так, дальше. Дальше у нас тут разделяется мнение. У вас сначала Дискорд, там попроще. Ну, как по мне. Мы читали раньше с Дискорда, переводили это все в переводчики. Быстро читать, все было окей. Как там играть в Waves? Она грузится, так нечестно. Ну ладно. Дорогие Примат, мы постоянно работаем над улучшением игры, и мы хотим бы поблагодарить наше растущее сообщество игроков, которые недавно прислали нам отзывы и предложения. Я вроде не громко говорю. Окей, смотрите, там настройки там все выше, ниже. Особенно на нашем официальном Дискорде. И также сам ВК написали в официальном Дискорде, блин. Ну ладно, только мне как-то ВК немножко лагивает. Может, я включил VPN? Да-да-да, я не русский. Все нормально. Так, где это ваша обнова? Конкурс делать еще ВК. Присоединяйся ВК. G-Waves, официальный G-Waves. Да. Ну, блин, уже игра загрузилась. Блин, я не успеваю. Так, окей. Мы рады сообщить вам, что скоро мы выпустим новое обновление. Версия 0.19.0 будет в 2.20 NTS. А у нас это у нас вроде бы 10.00, как Brawl Stars, 28 октября, сегодня, 2020 года. Ухуху, в течение этого
периода в течение 2 часов вы не сможете войти в игру. Чего, блин? Я не вошел в игру. Вау. Обучение войск уровня 2. 135 гривен, лимит 1. Но у меня пока что его нету. У меня сейчас не 18. Не, ну есть там всякие. Я как-то не знаю. Напиши в комментариях. Давайте сначала наберем 1000 подписчиков, а тогда что-то подумаю. А вот сейчас мне страшно. 929% акции. Окончание 1 час. Блин, ну очень классно. Классно было бы. Но сейчас у меня столько нет. Столько нет, потому что сейчас эпидемия. Ох, ой гад, что, блин, произошло? Это что такое? 2.0, блин. Вау. Я прям удивляюсь 2 раза, что было в ролик вкуснейший. Как я помню, тут такого не было. Вот такого не было. Раньше было просто вот так вот. Ну, good, хорошо. Вот, good work, хорошая работа. Вот так скажем. Вау. Не, ну красочно. Прям мультяшно просто. Так вот, как я говорил, окей. Давайте так, сейчас пойдем в битву. Четверную битву будете смотреть и слушать. Только тем, что время у нас ограничено. Нужно до 20 минут, это если, там, с напряжением. Вот до 12 минут, это нормально. А если больше, то это перебор. Сейчас по-быстрому сделаем. Вон. Также и модиатор через скорую. Мне говорят, там сделать то, чтобы. Вау! Потом посмотрим, друзья. Мы потом посмотрим. Сначала нужно битву. Максимальную битву, чтобы было просто быстро. Не медленно было. Ага, понятно теперь. Да, понятно. Давай. Приблизь! То чувство, что я не могу приблизить. А, лагает. Да я знаю, больно. Все, сейчас буду призывать всех больно. Давайте. Бой, четверной бой. Я уже записал ролик, ссылка на прошлую серию в описании. Так, давай. Победа сложна. Низку никогда не играй, потому что я не рискованный человек. Не думаю, что я макс риск. Макс стил. Блин, я ничего не делаю, все нормально. Давай. А, ну пожалуйста, игра. А, все нормально. Шансов. Вот и игра слава чем не помогла. А? Ну, последний, давай. Немножко покажи, как еще. Давайте возьмем еще. Хоть как, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Так, в течение этого времени, так, убедитесь, что вы зашли в магазин Google Play и загрузили это последнюю версию. Я загрузил только что перед вашими глазами. Это позволит каждому получить одинаковый игровой опыт. После загрузки последней версии ваш город имеет свое местоположение. То есть изменяет местоположение. Окей. И любые войска. Штука. Любые войска. Я что-то слышал. Вау. Так, давай, не лагай нам. Как сделать, чтобы игра GBabs не лагала? Легко, нажимаете сюда, нажимаете настройки, нажимаете низкие, нажимаете сюда, вот, все, нормально. Я уже рассказываю, повторяюсь, чтобы все были в курсе. Бананы, таблин, не показывай геймплей. Рассказывай, потом будешь уже геймплей. Конечно, самого лучше, но я хочу вам показать, а не себе только лишь бы снимать ролики. Ну блин, почему так близко? Не, ну ладно, но ролики нужно делать красивыми, а не такие поближести, чтобы было видно как-то некрасивую картиночку. Так, давайте показывайте геймплей. Как там? Так, пожалуйста, давай. Вот новые функции, которые появятся в этом обновлении. Изменение игрового процесса в сортировочным за превосходство игры могут сражаться за старую площадку, где там у нас перекинули, да? В зоне Скромки Соул, лидер банды, успешно занявший площадку, космический город станет повелителем сервером. Все банды победили, а также получат особые привилегии и награды. Вроде бы классно, вау. О. Лично может почитать пока что. А, ладно, слушайте. Так. Регулировка игрового процесса обновления Clash
Конвоу для лучшего взаимодействия с пользователями. Flash Somewall. Что это такое? Спасибо большое, но я не знаю, что такое Flash Wall. Flash. Как тут поменяется? Я был не в курсе, извините. Сейчас по-быстрому. Возможно, это из-за того, что английский, да? Перевод через сервер Discord. Сейчас найду. Потом почитаем еще. Конвой. Flash Convoy для лучшего взаимодействия с пользователями. Flash Convoy. Что это такое? Где они добавили? Нам это не показывают. Возможно, будущее покажут Flash Convoy. Convoy. Похоже очень. Окей, я буду ждать. Так, я не знаю, зачем это так делать. Лучше хай отправлять их хоть куда-нибудь, блин. Какой-то же в битву снова. Знаете, как-то я рад, что обнова вышла, но, блин, все мультяшно. Мне нравилось прошлое. Ну ладно, хай так будет. Да будет так. Буду пересматривать свои старые ролики и радоваться то, что я в старую версии был. Это было классно. Уже 10 минут, блин. Бегом, бегом. Нам не нужно делать длинные ролики. Кто их не будет смотреть, я уже понял. Так, низко. Ну ладно, блин. Ну если так, да блин, что с вами не так? Скорость, ладно, точно. Веджи-вебси, ладно, скорость. Так. Для лучшей оптимизации. Оптимизация основных интерфейсов игры. Функция чата, стратегия, информация о задании интерфейса из требителя и улучшения. Мы будем рады услышать от вас об этом обновлении. Давайте нам знать свои отзывы. Между тем мы безусловно продолжаем исправлять ошибки. Кстати, там еще не изменили эти лайки, подписки. Давайте вам покажу, потом покажу. Между тем мы безусловно продолжаем исправлять ошибки и готовиться к выходу много нового интересного контента, сделано за обновление и наслаждение бананами. Окей, дальше читаем здесь, что я пропустил еще. Вот новенький, я спешу, да. После загрузки нынешней версии ваш город изменится свое местоположение, и любые войска снаружи автоматически вернутся в ваш город. Я понял. Это уже понятно, кстати, да? Окей, так, это не будем. Искать ресурсы, так и хватает 40 миллион. Так. Вроде бы все. Блин, я уже рассказал, все, заканчиваю. Ну, пожалуйста. Может, с собой разговариваю, да? Как-то не очень интересно. Так, сейчас отправлю всех бананов искать. О, 27-27. То чувство, что у меня... воинов очень даже перебор. Посмотрим. Да, три волны, нормально. Давайте покажу интерфейс. Там уже не знает. Прошлую можете пересмотреть. Смотрите, вау, кнопочки зелененькие. А, ну пожалуйста, не лагай. Ну пожалуйста. Вот. Это уже лучше. Угу. Защиту войск давай. Все, давай, пожалуйста. Напиши контракт, тебе лагает или так нужно было? Ну если прям так нужно, то окей. Итак, друзья, новый персонаж. Какие мультяшные сейчас? Мультяшный, вау! Прям, знаете, у меня сейчас скоро 18, да, значит. А я мультяшных уже насмотрелся. Верните обратно, Джибайпс. Верните обратно. Мне понравился тот. Я не хочу мультики приходить. Я передумал. Не, возможно, да, будут зрители уже помнить, кто любит мультики. Не, ну это тоже нормально, это уже настоящий, не мультяшный. Не, не мультяшный. Это тоже не мультяшный. По-моему, ты у нас не мультяшный. Кто из вас мультяшный? Сейчас вот герой еще мультяшный. По-моему, ты немножко похож на него. Так, ладно, показал вам. Так, лайки, подписки, комменты. О май гад. Это, по-моему, телевизор был. О, вон он, кстати. Большие распродажи. Реклама, телевизор. Я не хочу рекламу. Я уже смотрел с рекламы. Спасибо. Как-то отменить мой минтинг. Сдать. Приват. О, вау. Класс. Так. Окей. Мультяшный. Конечно, очень хорошо.
Ладно, покажи уже дневной. Так, вот это осталась вторая застройка. Это хоть что-то меня радует. Я буду сюда на стройку заходить. Вон, даже дверь себе написана. Отлично. Ладно, заканчиваю. Всем спасибо, просмотр, удачи, всем пока. Блин, время затянулось. А, сейчас сообщение покажу. Стандартно, отлично. Банду покажу. Стандартно, все нормально. Все нормально, все осталось. Где хоть где-то можно полазить, но интерфейс нормальный тоже. Пока.